Для многих ребят в нашей команде сейчас это первый сезон, не говоря уже о том, что первый финал против Спартака, такой дерби, почти аншлаг. Может быть, где-то перенервничали, думаю, завтра будет совсем другая игра. Тем не менее, в регулярном сезоне 4 раза выиграли, да? Там, понятно, все упорные матчи были. Вот. Ну, как бы не привлечал, что вот именно с таким счетом, может быть, и даже где-то по игре, ну, скажем так, ниже своих возможностей выступили. То есть считать только из-за нервов? Да нет, мы сегодня мало забили, не очень удачно сыграли в нападении, обычно больше моментов создаем, сегодня мало создали. Завтра будем больше влезать на ворота. Как ты, может быть, сказал, что команде все-таки вратарь у вас, ну, можно сказать, не дебютант, да, но именно в плей-офф он дебютирует, да, все-таки, может быть. Да нет, я не думаю, что это сказалось, он в том сезоне за нас играл, как для него второй год. Болельщики «Спартака» объявили мощный стимул, 1 000 000 рублей за победу в финале. У вас есть какая-то мощная мотивация, кроме спортивной чистоты? Ну, у нас у всех ребят одна мотивация – это попасть в первую команду, поэтому там деньги для нас. Какая может быть лучшая мотивация, чем попасть в первую команду? Показать себя надо. Хорошо. Спасибо.